А в Амстердаме очень часто бывает много дождливых дней. Дело в том, что здесь очень умеренный климат, и здесь редко когда опускается ниже минус 3, и редко когда бывает выше плюс 30. Тут средняя температура 23-25 градусов, и очень часто бывают дожди. Причем дожди бывают очень интересные. Например, все лето ориентировочно здесь выглядит так, что утром вы просыпаетесь, светит солнышко, а в обед сгущаются тучки, и всю ночь через вечер льет дождь. И поэтому, когда вы приехали в Амстердам и поняли, что вы попали в неясную погоду, для этих моментов предусмотрен в нашем отеле вот такой чиллаутик. То есть такое обалденное кресло репродукции голландских художников. То есть вы можете сидеть, наслаждаться картинами. Картины необычные, как обычно. Небольшие элементы голландской керамики. Что здесь интересно, все тоже сочетание натурального дерева и просто белые стены. На фоне белой стены медовый цвет дерева смотрится очень интересно, учитывая то, что у каждого дерева своя структурка, свой цвет караэдика, это довольно выглядит интересно. Плюс, разумеется, на всей территории отеля есть бесплатный Wi-Fi, и вы можете просто лазить по интернету, изучать достопримечательности, завтра будет хорошая погода, и завтра вы по ним отправитесь. Сейчас просто может наслаждаться достопримечательностями по интернету, смотреть какие-нибудь свои зарисовочки, перекачивать фотографии. И, разумеется, при всем при этом сохраняется вид на исторический Амстердам, то есть мы находимся в старом городе, смотрим на прохожих, на их быт, на их повседневность, даже в дождь. И просто можно после вчерашнего дня неплохо отдохнуть. Здесь такое интересное дизайнерское кресло, но вообще заметите, что здесь только дизайнерские вещи, здесь нет ни одного стула, ни одного дивана и ни одной картины, чтобы не было какая-либо авторская работа. То есть простой пуфик, здесь он обязательно от какого-то дизайнера. Кресло он обязательно купил из какого-то дизайнерского салона. А здесь даже все джакузи является оригинальным, здесь нету ничего, чтобы было произведено в Китае. Все абсолютно европейское, все достойно качества и уважения. И вот такой вот чиллаутик. Все? Mm-hmm.